Всем привет, дорогие зрители! В районе Тосмор продается очень хороший вариант на нижнем этаже, как бы дачный домик 2+1. За очень хорошую цену 90 500 евро, 2+1. Цокольный этаж. Прямо около моря, максимум 150-200 метров на расстоянии. Есть подземный проход. Олимпийский бассейн. Огромная территория. Два бассейна, кажется, здесь. Как бы городок в городке. Это санузел. Можете себе купить. И в сезон приезжать отдыхать. Это вторая комната. Нужен ремонт. Угу. А это у нас гостиная, совмещенная с кухней. Бытовая техника. Кейс мастер, кейс смарт. А3+. А+. Бюджетный вариант. Вот, выходите, здесь свой как бы садик. Два входа. Это ваш сосед. Огромная территория. Много блоков. Не знаю сколько. 12 или 13 или 10. Айда здесь 250 лир. Есть магазин в этом проекте даже. Вот под этим зданием. Сейчас я вернусь в ту сторону. Видите, многие живут. 12 месяцев. Постоянно все функционирует. Сейчас бассейн сниму. Проекту 26-27 лет. Мне самому здесь понравилось. Открыта парковка. И вот тут бассейн. Вот такой огромный бассейн, первый. Идемте дальше. Видеонаблюдение, охранники, все тут есть. Все под наблюдение. Интересный проект. Живу в Тосмаре, первый раз вижу. Она находится между несколькими отелями. За это, наверное, не видел. Ателье там. Ателье. Поеду-ка я в эту сторону. Море в той стороне. Даже ресторан есть. Вот. Маркет, фастфуд написано. Открытая парковка также в этой стороне. Там детская игровая площадка, генератор. Видели? Вот маркет. Бильярдная зона игровая вот здесь. Второй бассейн. Вот второй бассейн. Вот первый береговая линия. Автобус проехал. Подземный проход к морю. Здесь тоже еще ресторан. Супер. Приехали, отдохнули, уехали. 90 500 евро. Вообще копейки. Даже если когда-то снесут этот проект, вам там дадут. А, что хочу сказать. В ТАПУ написано, что это офис.
Так что ВНЖ по этой квартире, кажется, не получается брать. Если мне память не ошибает, в табу не написано, что это квартира. Просто сделали квартиру. Можете сдавать в аренду просто помесячно. Вот, выходим к пляжу. Вот там песчаный пляж. Плиты. Пирс. Там тоже песчаный пляж. Вырублено как бы. Зонтики, шезлонги, все есть. Лесенки даже, чтобы спуститься вниз. И искупаться. Дорогие зрители, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агати из Солнечной Лани, район Тосмор. Всем пока-пока.